Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови запрошує вас у чарівний світ музичного мистецтва. Тим більше і привід у нас чудовий, адже сьогодні у нас в студії гість. Голова Миколаївського обласного осередку Національної спілки композиторів України Олег Таганов, який саме цими днями відзначає 25-річчя своєї творчої діяльності. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли к нам в студию накануне своего такого замечательного юбилея. 25 лет творческой деятельности. 25 лет композиторской деятельности, если можно так сказать. Композиторы, как мы знаем, люди особые. Дорогие телезрители, композиторы действительно люди совершенно особые. Не такие, как мы с вами. Сейчас вы в этом убедитесь, Олег Николаевич. Почему композиторы люди особые? Наверное, композиторы, как и большинство других творческих профессий, как и художники, я так думаю, все-таки, это люди, которые общаются не только на том языке, который в повседневной жизни используется, но с помощью своего, скажем, видения мира, может быть, особенного какого-то индивидуального видения мира, способны излить его через другую модальность, как это называется, через другой язык, через язык чувств, который действует непосредственно, не через сознание, а на подсознании, на уровне вибраций, на уровне образов, которые человек, который воспринимает это искусство, который способен его как-то интерпретировать, получает напрямую, телепатически, можно сказать и так. То есть профессия композитора, если я правильно вас поняла, вернее, даже не профессия, а призвание композитора – это некое мистическое призвание, ибо оно уходит даже в область мистики. Безусловно, любое творчество, любое искусство, да и творчество, естественно, это всегда искусство, уходит глубоко корнями в глубину веков, в глубину подсознания, в глубину ядра культуры, которая формируется не одним поколением, это естественно. А тем более такое искусство, как музыка, которое возникло, я так предполагаю, все-таки еще до вербального общения, то есть до возникновения слов, до возникновения письменности. Ритм, как сказал еще в XIX веке известный немецкий музыкальный критик Ганс фон Бюлов, если бы у музыкантов была своя Библия, она бы начиналась словами: «В начале был ритм». Именно вот с этой точки зрения я, конечно же, полностью могу согласиться с тем, что музыка – это мистический вид искусства. И он, в общем-то, является самым абстрактным. Вот, с моей точки зрения, самым абстрактным, поскольку одно и то же произведение, одни и те же звуки, каждый человек понимает на том уровне, на котором он способен их интерпретировать, на котором он их способен распознать как какие-то знаки. Да, но абстрактным, и мне кажется, все-таки одновременно с этим и самым конкретным, потому что для каждого человека, наверное, восприятие музыки тоже есть конкретный аспект. Конечно, конкретика, особенно это касается программной музыки. В программной музыке для более непосредственной передачи образа композиторы часто используют название, чтобы дать какой-то настрой, дать направление в мышлении у слушателя. То есть, чтобы определенным образом, ну скажем, задать коридор, в котором необходимо воспринимать эту музыку. Задать коридор, в общем-то, это такое относительное понятие. Лимит, ограничение. В общем-то, это прерогатива любого творчества. То есть человек, который занимается творчеством, он в любом случае ограничивает себя теми средствами, которые он использует в своем творчестве. Он может быть ограничен как объективно этими средствами, так может самостоятельно ограничивать те средства, которыми он владеет, только для конкретного произведения, только конкретные средства.
Чем меньшими средствами достигается больший результат, тем выше мастерство художника, композитора. Тем выше пилотаж. Да, можно и так сказать. Как сказал Микеланджело в свое время, я отсекаю от камня только лишнее, и тогда мы получаем ту скульптуру, которой имеем возможность наслаждаться. И тогда мы получаем совершенные формы. Олег Николаевич, в этом году вы отмечаете 25-летие своей творческой деятельности, 25 лет композиторской деятельности. Скажите, пожалуйста, это много или мало? Или вы всегда были? Или вы родились композитором? Вот только родились 20... и сразу поняли, я композитор. 25 лет – это, конечно, не, скажем, тот срок, который ограничен творчеством. Да? То есть мое творчество все-таки немножко уходит в более ранний период. Пожалуй, основную благодарность в этом отношении я должен, конечно, выразить родителям, и в частности маме, которая научила меня еще в раннем возрасте, года в 4, наверное, любить музыку. И был в свое время такой маленький аккордеончик, который абсолютно был настроен и очень хорошо мог исполнять простенькие мелодии. Вот на нем начался подбор по слуху мелодий, затем самостоятельное, вот как я сейчас помню, поступление в музыкальную школу. Родители даже не знали об этом. Как вы сами решили поступать? Вы приняли такое серьезное решение? Я не понимал, что это серьезное решение. Мне просто было интересно. Мы проходили просто с бабушкой мимо школы музыкальной. Это первая музыкальная школа имени Римского-Корсакова. И там как раз проходил набор на следующий год. Вот принимали учеников. Ну и я говорю, бабушка, хочу... А там звуки музыки. Я говорю, бабушка, давай зайдем. И вот как-то так получилось, что в класс аккордеона я попал к уникальнейшему человеку. В школе Беличенко Петр Николаевич, вот ему тоже огромный низкий поклон, потому что так как в течение вот этих 5 лет обучения в школе, как он сумел широко, скажем, настроить мое дальнейшее обучение, то есть спектр интересов расширил настолько, что это дало мне возможность уже в дальнейшем просто как бы на эту подготовленную почву. Он завел фундамент, да? Да, именно в школе он обратил внимание, что я что-то пытаюсь сочинять самостоятельно. И уже вот первое мое произведение было во втором классе. Это был маленький вальс, там буквально тактов 16 на полминутки. Но это был, я недавно нашел эти ноты и понял, что действительно вот под его чутким руководством уже тогда он приучил меня оформлять это все творчество, которое есть. То есть оформлять и на бумаге, оформлять в форме музыкального произведения, в последовательности какого-то развития, формы как таковой целостности. То есть вот эти вот понятия мы сразу закладывали в самом начале, а потом они уже просто на эту почву, просто расширение формы укладывалось в дальнейшем. И формы постепенно увеличивались, дальше пошли. Там поэмы, сонаты, симфонии. И симфонии даже. Конечно, может быть, наших телезрителей удивит то, что мы беседуем с композитором и не представляем его музыки. Но в этом и есть интрига, потому что, друзья мои, с творчеством нашего героя вы сможете познакомиться буквально уже в воскресенье. Олег Николаевич, продолжите. В воскресенье... будет встреча на базе Николаевского художественного музея имени Верещагина в 2 часа дня. Мы встречаемся с членами Пушкинского клуба, которые пригласили меня вот на авторскую встречу, где будет звучать частично вживую, частично в записи музыка, написанная на протяжении определенного периода. И будем обсуждать... Я буду рассказывать немножко об этой музыке, отвечать на вопросы, в общем, более подробно знакомиться с этими произведениями. А во вторник, 1 марта, угу. Да, в помещении первой музыкальной школы в Большом зале будет проходить большой концерт, вся живая музыка, посвященная как раз вот 25-летию моей творческой деятельности.
Дорогие телезрители, я надеюсь, что вы запомнили, что именно в воскресенье 28 февраля в Пушкинском клубе музея имени Верещагина будет состоится авторский вечер с Олегом Тагановым, где будет звучать его музыка, а во вторник, 1 марта, в детской музыкальной школе номер 1 по улице Адмиральской будет проходить концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности композитора Олега Таганова. Там будет звучать его музыка. А сегодня мы представляем вам нашего героя, который не только живет в области звуков, но еще и в области слов и в области очень творческой деятельности. Олег Николаевич, кроме того, что вы композитор, вы еще и преподаете, вы возглавляете Николаевский союз композиторов. Расскажите, пожалуйста. Ну, если говорить о преподавании, то в данное время я работаю на кафедре философии и культурологии Национального университета кораблестроения. И совмещаю эту работу с работой в колледже культуры, где преподаю музыкально-теоретические предметы, общаюсь со студентами, с музыкантами. Николаевское отделение Национального союза композиторов буквально вот 2,5 года назад отметило десятилетие, первый юбилей. Я думаю, многие были на этом концерте, симфонический концерт был в октябре месяце 2013 года, где прозвучали симфонические произведения мои и Владислава Коршунова на протяжении 2 часов. И вот как бы подытожили десятилетнюю деятельность Николаевского отделения Союза композиторов. Основали мы его в 2003 году. 3 композитора в это время было в Николаеве, точнее, 2 композитора, это я, Татьяна Яровая, и один музыковед, искусствовед Иванов Владимир Федорович. К сожалению, в 2010 году его не стало, но, тем не менее, к 2013 году состав нашего отделения пополнился новыми членами. Сейчас у нас уже 6 человек в Союзе композиторов в Николаевском отделении. Я думаю, мы дальше будем продолжать наше расширение и нашу деятельность. Олег Николаевич, а скажите, пожалуйста, 6 членов Николаевского союза композиторов. Много это, мало для Николаева. Но мне кажется, что для Николаева даже 6 композиторов – это не так уж и плохо, правда? Я не умаляю достоинства нашего города, но учитывая объемы города, но все-таки здесь живут творческие люди. У нас есть и творческий союз художников, да, у нас союз писателей, да, и у нас, дорогие телезрители, есть союз композиторов. Представляете, в каком мы городе с вами живем? Вообще с ума сойти. Ну, 6 человек, тут немножко есть разграничение, потому что 4 из них это композиторы непосредственно, которые пишут музыку. 2 это искусствоведы, которые помогают нам популяризировать, во-первых, музыку, во-вторых, помогают понять ее вот с точки зрения научного анализа, ну, даже, может быть, где-то местами и нам самим, поскольку некоторые вещи приходят на интуитивном уровне, а как бы интерпретировать с точки зрения каких-то интеллектуальных аспектов, тут вот интересные такие вот стороны открывают нам даже и музыковеды, потому что не все, что приходит, скажем, извне, сразу интерпретируется интеллектом, мозгом. То есть сначала оно изливается в музыкальном творчестве, а уже потом некоторые моменты осознаются. Нужно получить какой-то анализ, да? Не обязательно. Дело в том, что вот процесс композиции может происходить по нескольким путям, что ли, по нескольким методам. Вот как описывал свой метод Моцарт, например, он говорил, что я вижу, в принципе, изначально всю картину произведения, но я ее вижу немножко смутно. Я потом, как лучом, отдельные детали вот картины для себя проясняю, детализирую. И когда уже вся картина детально просматривается, вот тогда произведение получает полный завершенный вид.
Другие, например, используют метод так называемого вырастания из желудя. Да? Это когда берется какая-то одна тема, и потом, используя инструменты, вот, композиционные инструменты, используется развитие этого тематизма, как-то его, какое-то изменение, компоновка с какими-то другими элементами. И таким образом вот из этого маленького зернышка вырастает большое дерево, скажем так, произведение. То есть оно идет в линейном плане. Поэтому сказать, что композиторский какой-то единый метод существует, это невозможно. Вообще, по большому счету, композиции научить нельзя. 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 Это либо есть дар Божий, либо его нет, да? Вот, например, я хочу... О чем ты мечтаешь? Я хочу быть шофером, а я хочу быть композитором. Но если нет способностей, то хоть тресни, но композитором ты не станешь. Одесский писатель в свое время, Юрий Олеша, говорил, если можешь не писать, не пиши. Вот, то есть, в данном случае, скорее, не то, чтобы можешь не писать, когда оно прям просится, чтобы это было написано и чтобы это как-то звучало, то... Хочешь ты, не хочешь, ты этим будешь заниматься. Это как принуждение изнутри. Это в хорошем понимании принуждение. То есть, если ты это не сделаешь, ну, тебе просто будет внутренне некомфортно. Ты не найдешь себе места в этом отношении. А когда творчество, сам процесс, вот для композитора очень важный момент самого процесса творчества. Когда оно заканчивается, произведение закончено, поставлена заключительная, финальная черта, все, оно уже начинает жить своей жизнью. Для композитора оно уже, именно вот это произведение, оно уже не существует. То есть оно уже закончено. Для композитора важен процесс. Вот в процессе композитор живет. Дальше уже произведение начинает жить собственной жизнью. Ну да, и как складывается его судьба, это уже даже композитора не всегда может и волновать, да? Оно волнует, по крайней мере, до тех пор. Ну, потому что это ребенок, да, правильно? Да, безусловно. Потому что произведение – это все равно ребенок. Хочется, чтобы хотя бы какое-то количество слушателей его все-таки получили. Это послание определенное, информационное послание, эмоциональное послание. Поэтому, конечно, хочется, чтобы хоть один человек... Ну, лучше, конечно, если это не один человек, но это послание получил и как-то для себя его воспринял. Вот. Дальше уже как получится. Олег Николаевич, у вас есть симфония, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста, с таким интригующим названием «Апокалипсис». Нет? «Армагеддон». «Армагеддон». Я же говорю, поправьте меня, если что. Ну, «Армагеддон». То есть «Армагеддон» – это... Уже само название говорит о том, что о глубине этого произведения. А что натолкнуло вас на написание такого? Я понимаю, что творчество заставило вас взяться за перо. Видите ли, «Армагеддон», да, это симфоническая поэма. Это, скажем, не совсем симфония в стандартном понимании. Это симфоническая поэма, вот, как вы сказали, абсолютно точно программная. То есть я дал ей название определенное. И как вот меня позже спрашивали, уже где-то в 2000 году и позже, говорили, а вот был фильм в 98 году «Армагеддон», это по мотивам этого фильма? Я говорю, вы знаете, нет. Тогда еще это название было, этот термин был известен очень узкому немногим, да. И когда я музыкантам говорил, вот я пишу сейчас произведение под таким названием, то есть я изначально вот поставил такую цель себе, они говорят, а что это такое? Что это такое? Но самое, пожалуй, интересное в том, что «Армагеддон», вот как принято это воспринимать, как какое-то катастрофическое что-то. «Армагеддон» – это битва добра и зла, заключительная битва, да. Финальная битва. Абсолютно точно. Но самое интересное, что она финальная у каждого человека по-своему, своя, и финальная на определенном этапе. То есть «Армагеддон» в данном случае рассматривается как внутренняя борьба в человеке, добра и зла. Каждый проходит на определенном этапе определенный выбор. Вот выбор в одну сторону или во вторую сторону идти. Чем сложнее выбор, тем больше вот это внутреннее противостояние в человеке. Чем он четче может для себя этот выбор сделать и сделать, скажем, в правильную сторону с точки зрения мироздания, да, тем более
сложный выбор будет перед ним становиться дальше, будет следующая ступень Армагеддона. То есть Армагеддон – это постоянный выбор человека, и чем дальше, тем более сложный выбор. Но благодаря этому выбору человек внутренне растет, самосовершенствуется. Только, как говорят, препятствиями растем. Ну, в вашей поэтической поэме «Армагеддон» заложен библейский сюжет о том, что человеческая жизнь – это непрестанная, непрекращающаяся ни на минуту битва, а поле безусловно. Битвы – сердце человека, где дьявол безусловно, борется с Богом. Безусловно. Если вот обратиться к самой музыке этого произведения, то там окончание, самое окончание, абсолютно точно такое же, как начало. То есть происходит как бы замыкание определенной арки, формы арки. С чего мы начинаем, к тому в конечном итоге мы и приходим, но на новом уровне понимания. Вот ведь каждый процесс, в принципе, в нашей жизни имеет приблизительно одну и ту же форму, одни и те же стадии развития, кульминации и свертывания обратно. Вот как говорят, синкретичное искусство существовало, которое не разрывалось, значит, музыка, танец, живопись, театр, то есть это все изначально было единым. Потом оно развивалось, пришло к какой-то кульминации, каждое отдельное искусство развивалось по-своему, комбинировалось и анализировалось. И в конечном итоге, когда достигло определенного уровня развития, вот сейчас период синтеза. То есть на новом уровне, новое единство, но абсолютно осознанное и абсолютно способное быть, скажем, проанализировано по отдельности каждое искусство. Но это уже единство на новом уровне, синтез. И когда синтез становится новым синкретизмом, то есть новой отправной точкой в следующем процессе, вот это вот образует определенную спираль развития. Она бесконечна. Но синкретизм становится синтезом, синтез становится опять синкретизмом, и продолжается это развитие. И поэтому даже то, что этими днями, в этом году вы отмечаете 25-летие своей творческой деятельности, эту точку ставить... Безусловно. Точка – это лишь начало в бесконечности. Безусловно. Знаете, в театральной практике я общался, в общем-то, очень много и плотно с театралами, и они говорят, никогда не говорят, вот последний спектакль там или последнее произведение, да, крайнее. То есть вот то, которое вот сейчас вот было на данный момент, последним прошло, вот, но дальше это будет. Последнее предполагает все. Окончание, дальше ничего не будет. А крайнее, вот оно сейчас было, но дальше еще что-то будет. Так и здесь, окончание, как можно прекратить творчество, как можно прекратить развитие? Это невозможно. То есть творчество и развитие человека, они идут параллельно, то есть конечно. Даже не параллельно, они идут вместе рука об руку. Безусловно. Творчество – это и есть, вот, как я сказал, сам процесс творчества – это и есть момент развития. Дальше, вот финальная черта произведения, все, дальше идет опустошенность. Это ужасно. Это не ужасно, это освобождение мехов для нового вина. Нет, я имею в виду ужасно, если человек ощущает опустошенность и в эти мехи ничего. Не вливается новое это вино. Это абсолютно точно. Но новое вино – это что имеется в виду? Это впечатление. Впечатление, новые мысли, размышления, новые какие-то... встречи, новые идеи. То есть эти мехи, да, наполняются меха новым содержанием. Но на момент окончания произведения это человек, как выжатый лимон. Я вот могу абсолютно точно сказать, потому что это определенного рода жертва. Творчество – это всегда жертва. Это отдача себя. А отдача, ну, предполагает что-то, какое-то дополнительное наполнение после этого. То есть, если человек что-то отдал и не может оставшийся пустым сосуд оставаться таким долго, он будет наполняться. Чем будет наполняться, уже зависит от самого человека. Хорошим, плохим, ужасным, прекрасным, но будет наполняться. Поэтому творчество – это и есть наполнение постоянное. Да, и это... Творчество – это бесконечность. Бесконечность. Олег Николаевич, позвольте пожелать вам, чтобы ваши сосуды всегда были полны новыми и самыми лучшими идеями, и чтобы
ваши впечатления всегда радовали не только вас, но и ваши творческие, когда они преломляются в вашем творчестве, они приносили радость и нашим зрителям, и нашим слушателям. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был глава Николаевского отделения Национального союза композиторов Украины. Олег Таганов, который этими днями отмечает свое 25-летие, и в воскресенье, 28 марта, в Пушкинском клубе приходите на творческую встречу, а во вторник, 1 марта, на большой концерт, тоже посвященный творчеству композитора Олега Таганова. Вы откроете для себя немало интересного, поверьте мне. Це була розмова на тему. На все добре.